Я думаю, вы очень оживите мой кабинет, мисс Филодендрон. О, я буду звать тебя Филлис. Какая же ты красотка, Филлис. Войдите. То есть войдите. А ты сейчас с кем-то говорила? Нет, с чего бы. Старлайт, я хочу обсудить с тобой один важный вопрос. Если это из-за моего вчерашнего ухода, то у меня не было уроков. А у Трикси была волшебная срочность, которая обернулась ничем. Дело совсем не в этом. Принцесса дружбы Искорка в свете своего грядущего восхождения на трон Эквестрии и предвидя связанные с этим многочисленные новые дела и обязанности, приняла это ответственное решение и предлагает тебе, Старлайт, сменить ее на посту директора школы дружбы. Я хочу, чтобы ты возглавила школу, когда я уеду. Я знаю, это просто потрясающе. Я немного... Ты в меня настолько веришь? Ну, конечно, веришь. Я прикрывала тебя каждый раз, когда ты уносилась спасать Эквестрию, но... То есть, да, конечно, спасибо! Пожалуйста, я не знаю никого, кто справится с этой работой лучше. Я немного волнуюсь и предвкушаю, но больше волнуюсь. Я понимаю. Конечно, как управительница Эквестрии у меня будет много важных дел, но я всегда буду доступна, если тебе понадобится моя помощь. Разве Луна и Селестия не ждут тебя на уроке королевского этикета? Да, нельзя недооценивать важность вопроса о том, куда класть королевскую салфетку. Ух ты! То есть, не страшно, верно, Филлис? Я обязательно справлюсь. Знаешь, я так рада, что тебе официально предложили стать директором. Спасибо. Но я немного волнуюсь, что это может нарушить нашу социальную жизнь. Ты о чем? Вот сейчас, например, вместо того, чтобы идти на шикарный обед, который я запланировала, мы идем в неизвестном направлении, хотя, скорее всего, в кабинет Искорки. Конечно, наш обед очень важен, но заниматься школой также важно. А единственная настоящая глава школы дружбы – это принцесса дружбы. Мне страшновато управлять школой одной, поэтому хочу получить как можно больше советов от Искорки, пока она здесь. Но Искорка никогда и не занималась этим одна. Ей всегда помогали друзья. А что это идея? Спасибо, Трикси. Ты дала отличный совет, сама того не зная. А, спасибо. Так мы идем на обед? Пользоваться королевскими салфетками сложнее, чем я думала. Искорка, я знаю, как ты занята, но я хотела поговорить об управлении школой, потому что, честно говоря, боюсь не справиться с этим в одиночку. Но еще я поняла, что ты никогда не занималась этим одна. Помощь друзей — это и правда здорово. Именно. Так вот, что ты скажешь, если я найду себе помощника, то есть заместителя? Можешь делать все, что считаешь нужным. Если ты хочешь найти себе заместителя, то я только за. Правда? Как ты сказала, мои друзья всегда мне помогали. И не бойся, всегда зови меня, если что-нибудь... Искорка, Рарити говорит, что ты должна быть в магазине для второй примерки королевской мантии. И сколько еще примерок впереди? Много. В общем, желаю удачи в поисках зама. Я уверена, что ты выберешь лучшего. Ого! Я слышала ваш разговор и должна сказать тебе, что польщена. А почему? Я об этом раньше не думала, но, услышав твои слова, я поняла, что стану великим и всесильным заместителем директора. К тому же мы сможем работать и общаться одновременно. Это, конечно, было бы классно, но я не могу так просто дать тебе должность. О, нет, конечно нет. Я знаю, что это будет долгий процесс, и в конце ты неизбежно выберешь самого лучшего пони на эту должность. Мик. Верно, я приглашу на интервью несколько пони. Конечно, несколько. Мик. Зачем ты все время говоришь Мик? Я не говорю Мик. Мик. Я рада, что вы все решили принять участие в конкурсе на должность замдиректора школы дружбы. Если вы ищете того, кто принесет вам средства, то я готова дать вам биться, если вы назовете в мою честь пару зданий.
Это несколько отличается от задач помощника директора, но любой пони может участвовать в конкурсе, потому что я разработала особую систему отбора. Пусть и не обязательную.